капли фаропластика позволяет избавиться от некоторых морщин, решить проблему обвисших век или мешков под глазами, поднять уголки глаз или изменить их разрез. Мы выполняем процедуру безоперационной блефаропластики. Это современный, уникальный метод, который по своей производительности сравним с операционной блефаропластикой. Процедура уникальна, потому что она позволяет сократить азиатское веко до тех размеров, которые пациент желает. Взгляд становится более открытым, а веки выглядят моложе. Кроме блефаропластики, есть возможность сделать интимную женскую и мужскую пластику. Интимной пластикой я занимаюсь уже более 5 лет. Эта процедура направлена на современных женщин и современных мужчин. Все производится гелями на основе гиалуроновой кислоты. Тоже эту процедуру производит специалист сертифицированный, доктор. Мы делаем интимное омоложение как женщинам, так и мужчинам. Добавим, что дерматокосметолог Татьяна Тысячникова вновь будет вести прием с 13 по 15 октября в салоне красоты «Окинава». Прием ведется по предварительной записи. Более подробную информацию обо всех услугах салона красоты «Окинава» вы можете узнать по телефону 8 920 408 3262 или в самом салоне по адресу улица Кочетова, 35, здание Дом быта, второй этаж, кабинет номер 215.